Сегодня в Нефтекамске, в сквере, будет проводиться мероприятие на вот этой сцене с елочками. Очень красивые елки, оригинально сделаны. Каждый детский сад приготовил по елочке. И еще вот нарядили вот там елки тоже по всему скверу. Вот для любителей хоккея такая елочка есть, вот из клеток состоящая. Снег чистят, убирают. Так вот трактор загружает, а потом там самосвал стоит. Самосвал сейчас он кузов самосвала вывалит снег. Раз, выбросил, вывалил снег. Ехал следующий ползик. Вот так у нас территория. Перекресток улиц Ленина и Юбилейная. Вот там тропа здоровья находится. Отлично. Тропа здоровья вход. Машин много, едет. Большой экран.
знакомые друзья. Новый год, Новый год, Новый год идет. Отправятся на дальние звездные, и к луне полетит звездолет. Все, что было задумано, сбудется в Новый год, Новый год, Новый год. Музыка кончилась, настройка идет. Предновогодняя суета. Вот рекламный щит. 20 лет пиццерии. Вот, кстати, новый проспект сделали, обновили, юбилейный. Здесь вот скамеечки поставили, качели новые. Там, кстати, качается кто-то на качелях. Теперь... Чем? Раз, два, три, раз, два, три, ца-ца-ца. Такие качельки у нас тут вечером они светятся. Вот эти бублики, на них любят молодежь кататься, качаться. Скамейки почищены от снега. Урны вот такие вот. И вот это, между прочим, светильники. Такие белые столбики. Здесь вот интересная такая велопарковка двухэтажная. Можно велосипед загрузить и поднять его на второй ярус. Два яруса, короче. А тут магазины, магазины на первом этаже. Агентство, аптека, стоматология. Пять аптек, Триумф, Европа. И, кстати, вот интересно, да? Вот здесь стоял кинотеатр «Октябрь». Его снесли. И вот сейчас такое пустое место за забором. Только кран остался еще стоять. Вот такие елочки наряженные стоят. Нарядные. Тут зайчики, ну, из мультиков. Снегурочка с Дедом Морозом. О, Нефтекамский нефтяной техникум наряжал. Вернее, колледж. Раньше он техникум назывался, а сейчас называется колледж. По-модному. Такие игрушки тоже интересные, шарики золотые, розетки, интересно, розетки на елке. Вот, кстати, здесь ложка висит с тарелкой одноразовая.
ложки, транспортир. Вот такие шарики прикольные. А тут куколка тоже в золотом одеянии. А, лампочки. Ничего себе, лампочки, смотрите. Простая лампочка, смотрите, украшение. Такое интересное, оригинальное, да, украшение. На розетке мне вот нравится. Что нравится. Кто же додумался розетку повесить на елку? О, кисточка. Малярная кисть. Машинка. Детский сад 29. Я люблю Россию. Это патриоты. Нефтекамск, родной Нефтекамск. Шарики. Все